Доброе утро! Вас приветствует юрист Николай Попов. Не забывайте, что если ваши права нарушены, их можно защитить. В двухкомнатной квартире нас прописано трое. Я, муж и совершеннолетний сын. Квартира куплена в ипотеку и оформлена на меня. Недавно сын решил жениться и требует выделить ему долю в квартире. Имеет ли он на это юридическое право и в каком случае можно потребовать выделить ее через суд? Если квартира, пусть даже ипотечная, полностью оформлена на вас, то, конечно же, никто просто так не сможет вас обязать переоформить свою долю даже на членов семьи. Сама по себе регистрация не является основанием возникновения какого-либо права на квартиру. Единственное исключение, которое может быть, это если вы при покупке ипотечной квартиры использовали материнский капитал. Тогда, конечно, это даже ваша обязанность переоформить часть используемого материнского капитала на ребенка. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону, который вы видите на экране, и хорошего вам дня!